30 марта на улице еще весьма прохладно, здесь, в танцевальной студии Dance Option, уже очень жарко, потому что молодой и талантливый коллектив Caution Hot дает здесь свой первый мастер-класс. Женский танцевальный коллектив Caution Hot состоит из 9 ярких танцовщиц. За время своего существования, а это 3,5 года, они добились первого места на Russian Dance Championship. Также являются обладательницами премии за лучший танцевальный видеоклип 2012 года. И работали с одними из самых известных звезд шоу-бизнеса. Так что предупреждаю, осторожно, горячо. Пожалуйста, как появилась идея организовать этот мастер-класс? Я в одно утро проснулась, и в принципе проведение мастер-класса сейчас безумно популярно, потому что все развивают спорт, все продвигают спортивный образ жизни, все хотят быть молодыми, спортивными, красивыми. И, собственно, почему бы и нет, мы двигаемся вперед, нам хочется тоже развиваться, нам хочется познакомиться с теми людьми, которые нас знают, хотим ближе быть к тем, кто хотит быть знакомы с нами. И, в общем-то, мы решили провести день наших классов, почему бы и нет. И, в принципе, мне кажется, была хорошая идея. Как узнала об этом мастер-классе и что сподвигло тебя прийти сюда? Узнала из социальной сети ВКонтакте. Я вообще увлекаюсь танцами, захотелось прийти, тем более 6 классов в один день от таких преподавателей. Мне кажется, это здорово. А не утомительно? Нет. Я, наоборот, очень люблю танцевать. Больше энергии появляется от того, что танцуешь, когда музыку слышишь, когда еще преподаватель классный. Здорово. Что больше запомнилось тебе на этом мастер-классе? Каждый хореограф по-своему интересен, по-своему уникален. Все нравится, все круто. Скажи, пожалуйста, где вот ты черпаешь силы после 40 минут репетиции, и когда еще раз и еще раз? Чем больше отдаешь, тем больше, наверное, получаешь. Это вот про этот случай как раз-таки. Эти классы дают море позитива, ты развиваешься, ты общаешься, ты получаешь новый опыт, новые эмоции, это большое развитие, это большой плюс. Нужно ходить на мастер-классы, нужно ходить к девчонкам, девочки все молодцы, полное разнообразие стилей, вкусов, эмоций, вот все. Я советую всем посещать мастер-классы, также занятия наши. А если будет еще подобное мероприятие, ты согласна прийти? Конечно. Какими бы тремя словами ты описала бы сегодняшний день с Caution Hot? Драйв, эмоции, позитив. Caution Hot – это жара, это самые горячие девочки, это неповторимо, это... Взялись! Я просто счастлива.